Добрый день, мои дорогие друзья! Хочу вам сегодня показать, как я экспериментирую на своих адениумах. Начинают зацветать глоксинии. Солнышко сейчас повернулось на эту сторону. Искала момент, чтобы вам показать более солнечную сторону. Вот такие глоксинии, белые. Вот такие колокола белые. Ну и покажу вам свои адениумы. Здесь у меня адениумы все одного возраста. Высеянные все из китайских семян. И уже им 4-й год. Зацвел в этом году, это второй цветочек. Первый цветочек я завезла к себе в Киев. Там на одной веточке было 15 бутонов. Это я дождалась второго. Вот такая длинная ножка. Так, плохо отражается. Не видно, какие у меня там каудексы. Вот такой простенький, но немножечко отличается от того, что был перед этим. Здесь у нас он более такие листики заостренные цветочки, а там те были круглее. Что я сейчас придумала? Я начала их обрезать. Смотрите, обрезанный, вот такой обрезанный, и уже у него здесь пошло 3 росточка сверху. Вот здесь вот раньше был обрезанный, у него здесь 3 веточки. Первая, вторая и третья веточки. Смотрите. Здесь идет у меня вот такой вот каудекс. Вот такой каудекс. Здесь идет внизу тоже ножка. С этим я ничего не делала. Он растет так, как он был рожден. Там сзади тоже. Видите, я их обрезала, а эти веточки поставила черенковаться просто в землю и закрыла их кулечком, пакетиком. Тут еще у меня есть вот такие 2 минички. Сейчас, как вам? У этого тоже, а я вам рассказывала же, 3 штучки. А вот сзади идет, как же показать вам? Вот такие 2 мини. Вот они с самого рождения были, я их прищипывала. И вот они дали по 2 веточки. Каудекс вот, чтобы что-нибудь особенное нету, но... Вот такой вот. И вот такие минички. У этого ножка, сейчас подниму на солнышко, ну, плохо видно. Вот такая вот ножка. Ну, не знаю, когда лучше снимать, или когда тень, или когда солнце светит. Вот такой еще каудекс кругленький. Я их поднимала, корешочки снова засыпала. Здесь вот был прищипнутый, и вот такие пошли 2 веточки. Здесь только поднимались все вверх, кругленькие каудексы. Вот такие увеличены они. Вот один самый большой, толстый. Галаксиния немножко мешает. Вот такой приподнимала. Каждый раз приподнимаю при пересадке. Вот такой вот не маленький уже. У каждого листики разные. То широкие, то вот какой-то плоский. Хотела его сейчас из него сделать эксперимент. Из 2 штучек я сейчас сделала кренделечки.
Потом покажу, что мне удалось сделать. Видите, я их переплела. Вот. Два соединила. Здесь их переплела. Вот так вот. И посмотрим, что из этого выйдет. Обрезать я уже обрезала, поэтому обрезанных я уже знаю. А вот таких вариантов я еще не знаю. У этого три ножки. Прищипка была давно, самая ранняя. И вот снизу пошло три вот такие веточки. Вот вот таким кустиком симпатично, не одной веточкой. А у этого вот такая ножка. Отставлена еще сбоку. И вот такой толстенький. Этого я обрезала очень давно уже. Смотрите, но он быстро пошел в рост и нарастил две веточки. Мне очень понравился вот такой вот вид у него. Приличный. Еще посмотреть, как он зацветет, и будет интересно. У этого тоже ножка сбоку. В общем, мне нравится наблюдать за ними, как они развиваются. То в один стволик с каудексом, то еще и ножки по бокам. Пока я еще не пробовала их черенковать, прививать. Попробую, если найду где-то привой еще. Надо где-то в супермаркеты заходить, искать интермагазины. Посмотрю, будет настроение, вот займусь еще и прививкой. Вот уже солнышко спряталось здесь, вот тень началась, половина окошечка в тени. Вот такие глоксинии пока. Там у меня еще стоят много-много разных растений.